О, расскажу, как выбирают холостяка. Первого холостяка выбирали вот так. Загуглили «самый завидный холостяк» и выпал Чмырковский. На роль холостяка выбирают такого парня, который будет нравиться зрительницам. Вообще весь проект держится на том, что зрительницам должен нравиться холостяк. Они должны представлять себя на месте девушек и смотреть телешоу. Благодаря этому шоу смотрят, благодаря этому шоу интересное. Поэтому выбрать холостяка – это очень важно. Как вам теперешний холостяк? Нравится он вам? Напишите в комментариях. Даже сам холостяк сомневается, что он встретит любовь, потому что он понимает, что девушки приходят на проект очень редко, когда из-за самого холостяка. Они же даже не знают, кто будет холостяк, когда идут на кастинг. Вот поэтому холостяки очень часто сомневаются в искренности чувств девушек. А разве они могут быть искренние? Но я не отрицаю, да, девушки влюбляются. Да, холостяки бывают классные. Да, девушки молодые, свободные, конечно же, они влюбляются. Но сколько девушек приходят на проект, хотя они не свободные. Как вы считаете, можно ли на таком проекте встретить свою любовь? Напишите в комментариях.